Привет, ребят! Вы на канале Рыбакит, с вами папа, меня зовут Ваня, я сегодня рисую на масленицу большой самовар. Я поступаю всего нарисовать ярко и здорово. И просто. Все, кто смотрит меня в YouTube, зову всех в Instagram, потому что я сейчас делаю здесь новые ролики, каждый день практически выхожу и начинаю рисовать свой большущий самовар. Я рисую его так. И раз, вот такой большой полукруг рисуем. Он достаточно большой, прям, чтобы самовар мой был большой, чтобы всем чая хватило. Самовар это такой, как чайник, что ли, который придумали, чтобы пить в России. Чаек. Теперь рисуем самовару ручку. Нет, нижнюю ножку нарисуем. Ножку рисую так, украшаю его. А после этого рисую такой вот изгиб, как у вазы. И вот так вот. А теперь как раз ножка. Ножка на подставке. А у подставки есть три закругленные ножки. И постарайся их нарисовать вот так, как я. Примерно так. Раз, два. Раз, два. Вот такие ножки. А теперь голову самовара нарисуем. Ну, не голову, а как же это назвать? Наверное, крышка у самовара. Он такой большой шляпе. Мы здесь разделим ее. И здесь шляпа. Шляпа у нее вот такая вот. Большущая. Самовар известно такой. Ценится у нас в России. Все любят чаек попить из самовара. Ручки небольшие, чтобы открывать крышку. А здесь рисуем небольшую такую выхлопную трубу, я бы назвал, да, такую трубу, а на ней стоит чайничек маленький, заварничек. И мы рисуем его совсем небольшим, потому что у нас мало места, и нам нужно уместить его. У чайничка есть ручки, нарисуем ручки, крышечка и носик. Вот так нарисуем носик. Вот такой чайничек у нас получился. Отлично. Теперь нарисуем носик самовару, носик. Рисуем его так. Сначала нарисуем сам носик, такой вот, раз, такой как краник, да, здесь, я не знаю, как это, наверное, кран, да, кран нарисуем, и здесь, вот так вот он идет, сюда втыкается, здесь нарисуем два глазика, потому что я рисую часто няшные самовары, я часто рисую няшные, и потом, мне кажется, такие самоварчики и именно рисунки для детей с глазками, они немножко бодрят их к рисованию, они говорят: «Оу, как здорово, это не самовар, а настоящий герой!» Как в мультике, да, я говорю, как в мультике, и мы продолжаем рисовать, ему можно даже поговорить за самовар. На нем самовар сидит, самоварище сидит и товарищем кричит. Здесь нарисуем ручки. Еще не нарисовали здесь до конца, но сейчас ручки дорисуем уже. Ручки. Чтоб нести, а они большие, такой рукастый самовар. А здесь уже интересный кранчик. Кранчик такой вот у меня. С такими загогулинами. Его немножко трудно рисовать, но все равно мы нарисуем. Отлично, такой самовар у нас готов. Теперь мы его раскрасим. А здесь можно рисовать чашечку, наверное. Чашечку. Да, я думаю, что... Нет, давайте салфеточку нарисуем. Чашечки еще рано. Мы еще нарисуем отдельно чашечку, а просто салфеточку. Вот так у нас салфеточка идет. И отлично самовар стоит. Ну что, масленица. И мы рисуем все связанное с масленицами, блинами. Мне нравится, мне самовар мой будет у меня, он желтый, с оранжевым. Раскрашиваем масляной пастелью или мелками. У меня сейчас гелевые мелки, они очень удобны для раскраски больших поверхностей для детей. Также я рисую и маркерами, и карандашами, и красками. Так что и красками самовар, если вы хотите нарисовать красками, наберите краски «Самовар Рыбакит», и вы найдете ролик, который я рисовал уже давно на YouTube, он существует, и увидите, как рисовать самовар. Ну, и там тоже очень все просто. Желтеньким все покрасили. Желтый пока убираем. И достаем оранжевый. Оранжевым будем красить наш самовар. Но не везде. Мне не хочется сделать его совсем красным, красно-оранжевым. Я немножко добавлю оранжевого. Кое-где, да, вот сюда, 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 сюда. А теперь буду растирать. Оранжевый буду растирать пальцем.
пальцем прям растираю. Мелки очень мягкие, из-за этого можно растирать. И эта техника растирания очень, мне кажется, прикольная и несложная. И дети смогут с ней справиться. Ну и, как можно сказать, пальчиковые краски похожи немножко на пальчиковые краски. Вот так растираем. Немножко добавляем, растираем. И можно получить не ярко-оранжевый, к примеру, а средне-оранжевый цвет. И так далее. На ручки добавим. Ну, все, вот такой отличный самоварчик. Да? Немножко голубым раскрасим то, что я хочу раскрасить, вот эти штучки. Сам чайничек. Тоже я его чуть-чуть добавляю голубым, а после этого растираю. Можно также кисточкой и водой. Я знаю, они хорошо размываются, водой тоже. Если у вас плотный лист бумаги, я рисую на самых простых листах бумаги, которые я купил в магазине. Они офисные называются. Сейчас я рисую на них. Когда я рисую красками, я беру толстые плотные бумаги. Отлично. Уху-ху, получается здорово. Мне нравится. Самовар классный. Масленица классная, мы любим масленицу, я рисую блины, кушаю блины, и, в общем-то, я рад, что приходит весна к нам, мы ее ждем, празднуем и рисуем. Если вы рисуете, то я зову вас и прошу вас, поделитесь своими рисунками, мне присылайте, в сторис расскажите, если вы рисуете с каналом Рыбакит, это поможет развитию канала. Большое спасибо тем, кто уже поделился, это прям помогает действительно мне в развитии Инстаграм конкретно. Спасибо большое, большой лайк, и сейчас через минуту вернусь, буду рисовать рыбу или лошадку, или динозавра, что-то буду рисовать.